Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. Сегодня день розыгрыша. Мы разыгрываем замечательную косметическую такую коробочку. Я отправлю ее победителю. Она наполнена уходом, декоративной косметикой. Здесь есть все, чтобы поднять себе настроение этой зимой, чтобы быть красивой, чтобы быть ухоженной. Условия, как всегда, были очень-очень простые, просто нужно было рассказать о своей зимней истории, о том, как вы провели когда-то, может быть, в детстве, Новый год, и вообще поделиться с нами своими впечатлениями о Новом годе. Сейчас все участники у нас будут представлены фишечками, то есть я разыгрываю обычно коробочки с косметикой и вообще любые подарки с помощью лото, это очень удобно. И прежде чем мы начнем розыгрыш, я хочу напомнить вам, что на моем канале проходит второй конкурс, и там 10, представьте себе, вот таких замечательных подарков. Это уход для зоны вокруг глаз. Красивая упаковка, ювелирная работа пептидов Аматокин. Я рассказывала вам об этом пептиде, уникальный. И также в этот подарок входят сыворотки, концентрат, собственно, этого пептида. Замечательно, что вот таких подарков целых 10, участников еще не так много, так что у вас огромный шанс выиграть потрясающий подарок, и просто рассказав о том, как вы пользуетесь пептидами или не пользуетесь, каков ваш опыт, что вы ощущаете, какую косметику пробовали с этим компонентом. Ссылочку на этот конкурс я обязательно оставлю под этим видео. И также обращаю ваше внимание, что у нас есть замечательная скидка на приобретение косметики с пептидом Аматокин. Она эксклюзивная только на сайте бренда. Это целых 30% плюс еще в подарок к любому заказу. Вы получаете полный размер сыворотки концентрата. То есть вот такие у нас с вами уникальные условия. Это только для зрителей моего канала. Спасибо огромное бренду. У нас с вами 23 участника и 23 фишки. Сейчас я убираю в косметичку, и мы определим победителя этого чудесного подарка. Итак, все фишки в косметичке. Я их как следует перемешиваю. Перемешиваем, как следует перемешиваем, да? Звук, да, интересный? Так, я не вижу ни одну фишку. Вот так вслепую достаю, и мы с вами вместе поздравляем победителя. Итак, победителем стал участник номер 2. Свяжитесь со мной, пожалуйста, и я буду рада отправить за свой счет вам этот чудесный подарок. Обязательно обратите внимание на конкурс, который еще идет. Вы можете принять в нем участие. Я поздравляю вас, желаю вам удачи, всего самого доброго. Ну и, конечно же, мы скоро увидимся в новых роликах.